Что касается позиции Путина, по мнению Forbes, в смысле влиятельности, я хорошо помню время, когда был Ельцин. Я тогда проводил пару лет в Америке, и я помню, как, с какой насмешкой относились американцы к России, потому что лицо России был Ельцин. Мне радостно, что впервые в жизни мне не стыдно просто за президента.